Особенно заключенные бывшие любят. Так вот. Вместо терния этих венца колючая проволока. А, вон как. А то ты у знакомых видел. Да дома у меня висит. Дома, да? У брата родного. В комнате. Так, вот здесь вот сарайка наклонилась. Вот, а то у матушки. Вот они сейчас ремонтом занялись. То есть сняли шифер. Вот столбы будут управляться потом. Все это делается. И вон там вот был сильный ветер, и шифер снесло вот там три листа. Сейчас они тоже будут их делать. Да не только шифер слетел, смотри, весь конек слетел. Да-да, и конек, да-да-да. Конек, да, да. Конечно, уже. Угу. Конек, как гнездо одно. Ну да, на доски. Так, где вот этот гвоздодёрка? Гвоздодёрка, подальше мне. Осы, знаем, где Володя много? Ос? Ну и чё? Ну и чё? Давай, брат, дерзай. Если что, мы тебе поможем убежать от них. То есть вы будете тоже бежать, да? Да, тоже бежать будем. Он второй классник идет ко второму уроку. Дай ему этот какую-нибудь эту дощечку, брат. Вот дощечки, вот вот из этого. Ага. Да нет, столько-то не надо, там одну, одну. Так, провода под напряжением, Володь? Конечно. Под напряжением. Это опасно. Опаснее, чем осы. Это точно. Вот так вот. Тут у Машечки пчелы командуют, царствуют. Несколько штук. Сейчас Михаил там делает сейчас. Сейчас будут, все будет. А, у тебя там резинки есть? Ну, старые это, но ага. Хотя нет, нормально. Угу. Так, второй пошел залазить. Ты, брат Иоанн, можешь там встать, это где там эти есть поперечины? Кто-то, да? Да, да, да. Именно поперечины внутренние, которые там внутри под карбонатом идут. Брат Георгий, ты можешь ему объяснить, куда ему вставать там можно? Там вставать-то не надо никуда, наверное. Нельзя, да? Пока принимай, да все. Mm-hmm. Тут все, потому что раскрошилось. Не-не, клади просто пока, поперек. Вот так, клади крыши. Вот так, поперек найти, на рейке, на которой оп, стоишь. Да-да-да. А потом Михаил будет свободен, отдашь ему. Он наверх поднял его. Вон оно, справа. Справа. Брат Ян. А, ты занят. Да брату Михаилу эту гвозди нужны. Они наверху у нас стоят. Все достал. Так, сейчас он будет пробивать шляпки делать. Найдутся гвозди-то? Гвозди, вот. Ну, старые, я вытащил. А, 120-ка. Отлично. Самые такие ходовые.
Да. Там вот липа растет. Тоже хорошее дерево чайное. Это вот ветла стоит такое кудрявое, красивое. Ну, вот так вот, по милости Божьей. Очень непостроительски. Слишком большие, да? Ну, а время-то показало, что выдерживает. Выдерживает, да. То есть хотя бы снизу я бы пробил бы еще толще, да? Вот даже сейчас заходить-то как, смотри, на как играет. А ты, брат, это вдоль сделай лучше, вдоль брусок, чтобы получил. Да, ну, выдерга вдоль доски. Он тебе легче пойдет. Вдоль-то вдоль. Опасно. А что они там снизу загнуты, видимо, да? Может, их загнули там? Нет? 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 Значит, заржавели. Из-за ржавчины. Ну ладно, потом дальше покажу следующее дело. Вот продолжают братья тут восстанавливать крышу сорванную. Ой-ой-ой, я бы давно уже оттуда сбежал бы. Вообще видно здорово. Они же сколько дней тут было без шифера открыто, они сейчас возвращаются. Им сейчас надо опять заново искать. Найдешь вот так, вот уже пойди, держи. Да у нас то же самое было в предбанник. Надежда Васильевна звонит: Володя, полосы закусали. Я говорю, что случилось? Так я... Я говорю, а вы дверь закрыли в предбанник? Да, закрыли. А они там поселились в предбаннике. Она дверь закрыла, им лететь некуда. Они, давай там на нее нападать. Главное, техника безопасности. А? Ну, заранее-то не обдумали это. Вот. Не знаю. Стоп, сейчас лопнется. Главное рот не открывать. Попаду. Не видно тебе уже, да? Как я чуть-чуть сюда задвигал, поворот. Все, у меня сидит он. Просто матка вылезла, вот она полетела. Вообще здоровая.
что нет гвоздей, есть, да? Один. А, ну это наверху надо прибить. Конек мы, в принципе, можем железный сделать. Да. А где железо возьмешь? Вон. А, ну да, да. Затянуть его вниз. Не правда сделать? Это лучше даже будет. Угу. Ну все, братья, пойдемте. Все, идем на картошку, выключай. Угу. Все, слава Богу за все. Аллилуйя.